Всем привет, дорогие друзья! В России есть миф о том, что в Таиланде очень суровое наказание даже за легкие наркотики. Допустим, за марихуану даже может быть такое суровое наказание, как смертная казнь. Сейчас мы спросим из первых уст у товарища полиционера. Полицейского. Полиционер! Это просто шутка! Просто шутка! Да я пошутил, я видео смешные в интернете! Да вы куда нашли? Эй, this is joke! Joke! Ну ты дебил, конечно! Я знаю, что делать, там